Оставаясь верными методу комплексной застройки, формированию полноценной жилой среды, строители постарались создать для гостей максимум удобств. Рядом с жилыми корпусами построен киноконцертный зал. Двадцать вторые Олимпийские игры начались. А тем временем новый гостиничный комплекс «Измайлово» встречает многочисленных гостей и участников Олимпиады. Вот он, комплекс «Рекордсмен». Самый большой отель Европы. И дело не только в размерах. 4 года напряжения всех сил и подлинного героизма дали результат, превзошедший все ожидания. Гости Олимпиады, разместившиеся в Измайлово, были поражены необычайно высоким уровнем обслуживания в отеле, его современным техническим оснащением. В гостинице организована передовая система питания гостей и работников, действуют автоматические системы пожаротушения, системы кондиционирования, учета номеров, дыма и пылеудаления. Специально для комплекса Измайлова советскими специалистами была спроектирована и введена в строй компьютерная сеть.
Алло. Привет, Сергей. Как поживаешь? Привет, Лёх. Нормально. Вот на работу в отель устроился. В какой, интересно, отель? В комплекс Измайлова. Самый большой отель Европы. Да и ещё на должности админа. А у тебя-то как дела? Да вот снимаю тут какую-то хрень на Ютубе. Планирую на неделю съездить в Аркемово. Может, что интересное выйдет. Понятно. Ладно, прости, у меня сейчас дела. Мне надо подготовиться к первому рабочему дню. Хорошо, удачи тебе. И тебе удачи. Пока. Угу, пока. Начнем проверку. Это шатается. Так, стаканчики. Опа!
Привет, Лёш. Лёш, мне нужна твоя помощь. Ты просто не поверишь, что со мной сегодня произошло. Что, ты наконец потерял девственность? Не, тут все по-другому. Короче, проверяю я сегодня номера, такая моя обязанность. Проверяю и слышу какие-то звуки. Какие такие звуки? Ну вот что-то похожее на... Ну или как-то так. Я думаю, что это могут быть призраки. Серж, ты что, напился? Не, ты чё? Мне по должности нельзя. Погоди, то есть ты слышал какие-то звуки во время уборки номера, и кроме тебя их никто не слышал? Я пока ни у кого ничего не спрашивал. Да из чего ты вообще взял, что это призраки? Я видел в интернете видеозаписи с похожими звуками, авторы которых утверждали, что это звуки призраков. Ладно, что тебе найти-то? Были ли в этом отеле случаи со смертельным исходом? Если да, то когда и сколько? Хорошо? Хорошо, помогу. Да ладно, пустяки. Пока.
Мы сейчас находимся в служебном помещении. И, возможно, именно здесь нам удастся найти звуки призраков, а то и заснять призрака. И это будет сенсация. Я стану богатым и знаменитым. Так-с. Тут пока ничего нету. В общем, я в этом... Дело в том, что в этом отеле я вчера слышал странные звуки, которые вообще не были похожи ни на один другой. Вначале у меня были сомнения, но потом я проверил в интернете и обнаружил, что действительно, многие пишут, что это звуки призраков. Вот я хочу записать эти звуки, чтобы доказать, что явления, они другие миры, они существуют. Моя видеозапись будет раритетом, она просто взорвет все, если мне, конечно, получится что-нибудь снять. Так. Пока у нас тишина и ничего нету. Что-то тихо сегодня. Ау, призраки, где вы? Я вас ищу. Мне нужна сенсация. Ладно. Минутку. Там что-то есть. Снова неудача. Куда же они все подевались-то? Я тут бегаю с видеокамерой, как идиот. Ладно. Алло. Здоров, Сергей, ты там вообще во что ввязался? Я тут такой крепоты нарыл касательно этого отеля. Да я уже и сам понял, что здесь явно не все в порядке. Короче, блин, совсем недавно, в прошлом году, в нем пропал студент, который был там на курсах, а после его камеру нашли в лесу, в хреновой куче километров от гостиницы. И это только лишь самое последнее из всех пропаж в отеле. Лех, спасибо. Думаю, надолго здесь оставаться нельзя. Увольняюсь, как только заберу первую зарплату. Тут также еще есть запись бывшего работника отеля. Он тут тоже про призраков рассказывает. Я тебе кину позже. Ага. До встречи. Давай, Серег, держись. Все будет окей. Так. Мне надо развлечься. Срочно. Thank you.
истину, истину, истину! Освободи душу, душу, душу! Итак, мне сегодня снился кошмарный сон еще в придачу. А я продолжаю гулять по коридорам отеля, пока меня никто не видит, и пытаться снять призраков. А то и записать заодно их звуки. Вчера меня постигла неудача. Может, сегодня что-то получится, не знаю. Ой, все, денежек всем хочется, кушать всем хочется. Я только из-за призраков, из-за этой сенсации не увольняюсь, не бегу. Я сделаю сенсацию и буду жить припеваючи. Лет 10 не работать. Это будет круто. Призраков пока нету. Интересно, а сколько мне дадут? Может быть 100 тысяч? Может быть 200? А может быть несколько миллионов долларов? Да я могу до конца... Да мне денег до конца жизни хватит. Я могу жить припеваючи себе. Ни в чем не отказывать. И не работать. Самое главное, не работать. И это будет круто. Так, возможно, они... находится там.
Да что ж такое-то? Что они все подевались куда-то, не знаю. Ладно. Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам о том, почему же я больше не работаю в этой гостинице. Все дело в том, что 2 года назад я устроился в эту гостиницу, и, в общем-то, ничто не предвещало беды. Я работал, все шло вполне себе гладко, и я строил уже планы насчет будущей карьеры. Как вдруг, буквально где-то сразу же через несколько дней, я начал слышать какие-то странные звуки. Ну, знаете, дело в том, что эти звуки, они сразу же выделялись на фоне всех остальных звуков, что я вообще до этого слышал. Они были какие-то очень необычные. Было сразу же понятно, что звуки эти не могли быть... от человека. Ну, как сказать? Я сначала что-то еще подозревал, что это может кто-то так шутит, но чувствовалась какая-то в этом атмосфера, понимаете? Это было очень страшно. Что-то было в этом пугающее и отталкивающее, в принципе. Я до сих пор вспоминаю, и знаете, я потом не одну ночь слышал эти звуки в своих кошмарах и просыпался в холодном поту. Потому что они были настолько ужасны, что на первый взгляд даже было чувство, что я вообще в этот момент находился где-то в другом измерении, понимаете? В общем, сначала были звуки. После звуков появилось оно, как бы сказать. В общем, я видел призрака. Призрака маленькой девочки. Ну, все бы ничего, но... Ну, я не знаю, как сказать. В общем, когда я это увидел, это было похоже, знаете, на голограмму. Что-то вообще... как бы, знаете, ну, она была прозрачна, как дым. И это было настолько пугающе, что я вообще сразу же выбежал, просто без оглядки побежал, и сразу дал себе клятву, что моя нога больше вообще не ступит в это место. Да, меня уволили, но... не знаю, у меня вообще после этого потом травма была... и есть, осталась вообще на всю мою оставшуюся жизнь душевная травма. Ну, просто я до сих пор вспоминаю, и меня просто пробирает дрожь. Что это было? Блин. Не знаю, что-то страшное произошло в этом месте. Ничего себе! Да это же все объясняет! Надо срочно Алёше позвонить.
я все-таки снял! Я снял ее! Я снял этого призрака! Я снял этого гребаного призрака! Я богат! Я богат на всю жизнь! Теперь! Все, все! Пишу заявление об увольнении. Меня никто не остановит. Привет, Алексей. Я знаю, что ты сейчас занят и не можешь ответить мне на звонок, но думаю, ты все-таки дослушаешь это сообщение до конца. В общем, я рылся тут и обнаружил просто жуткую вещь. Оказывается, этот комплекс на кладбище построен, прикинь. И это очень многое объясняет, кстати. Почему здесь пропадают люди? Почему здесь вообще такая жуткая атмосфера? Откуда эти звуки? Мне все стало понятно. Это мертвые мстят за то, что на их могилах отель построили. И выбирают, кстати говоря, они, что интересно, самых жадных, самых мажористых. Ну, в общем, самых грешных людей выбирают. И это, кстати, очень много объясняет. Это объясняет многие исчезновения, которые здесь произошли. Я надеюсь, что я все-таки смогу заснять призрака и сделать этим мировую сенсацию. И да, кстати, меня последнее время жуткие кошмары мучают, что я вижу призрака.
Наверное, это намек на то, что скоро мы будем богатыми, Лёша. Я буду богатым. Ладно. Не буду тебя отвлекать от твоих дел. Ладно, как только ты освободишься, позвони мне. До встречи.